Татарстан сегодня отмечает День химика. Поздравить с профессиональным праздником Нижнекамск приехал Рустам Миниханов. Он принял участие в торжественной церемонии открытия новых производств на Танеко и Нижнекамск нефтехиме. Выездные бригады врачей отправились в казанские поселки, чтобы все желающие могли привиться от коронавируса. Время и день вакцинации выбирают с учетом пожеланий жителей. Бригада дежурит до 20:00. По словам медиков, приходит и молодежь, и пожилые люди. Спасательная операция в набережных Челнах. Лосенок застрял в трубах теплотрассы. Он, видимо, пытался перепрыгнуть через препятствие, но не смог. Для спасения детеныша спасатели пригнали тяжелую технику, автокран и грузовик. Лосенка вывезли в лес, однако он погиб из-за перегрева и обезвоживания. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.